листовой салат двух сортов. Такой бордовый, я не помню, как называется. Вот зеленый листовой салат. Укроп. И горчица листовая. Горчица листовая придаст пикантную горчинку и неповторимый вкус в салате. Все тщательно моем. Вот такой вот букет. Из такого букета я сейчас буду делать салатик. А вот это мне дали вчера вот эти вот девчонки. Вот они сидят. Но тут не все. Их много. 9 штук. Огурцы и помидорки. Балконное чудо. Салат и горчицу вымыла. Встряхиваем. Вот так вот сушим. И рвем руками в салат. Никаких ножей. Все, только руками. Очищаем от толстой корочки и режем мелкими кубиками. Помидорчики режем пополам. Яйцо нарезаем крупными дольками. Яйцо у меня свое. Вот видите, два желтка. Двухжелтковое. Но они еще очень маленькие, несут яички. Ну вот видите, уже два желтка тут есть. Все, нарезали. Я не солю. И добавляем масло. Я добавляю подсолнечное, чуть-чуть масла, чуть-чуть подсолнечного масла. Не солю. И укропчик. Уплетаем за обе щеки. Всем приятного аппетита. Размешиваем вот такой большой ложкой.